Недавно мы обзавелись духовкой Манфилд. Когда мы проектировали нашу маленькую кухонку, мы уже точно знали, что купим именно ее, потому что она компактная, стильная, совмещает сразу две функции микроволновки и духовки, а также она недорогая. Вот она, наша красавица. У нее очень богатая комплектация. Здесь я постоянно держу наготове решетку для гриля и поддон для микроволновки. Все остальные предметы у меня очень удобно расположены в маленьком ящике, а именно керамический поддон, квадратная решетка и мое самое любимое стеклянный поддон. Духовкой мы пользуемся практически каждый день. Разогреваем еду, размораживаем продукты, выпекаем в обычном режиме, используя функцию «быстрый предварительный разогрев» или одной из многочисленных автоматических программ. Сегодня я испеку очень вкусный торт с ананасами. Для этого я использую автоматическую программу «Выпечка номер 5». Сейчас начнется предварительный разогрев, и после звукового сигнала я положу свой пирог выпекаться. Итак, мой пирог готов. И все это благодаря моей помощнице Манфилд.